Всем привет, с вами Пират, и мы продолжаем играть в Don't Starve. Я помню, что мы закончили на том, что у нас... Мы просто бегали, смотрели карту, поэтому сегодня мы постараемся найти себе домик. Также к прошлой серии мне в комментариях написали, что этого гномика нам надо отдать этому королю... свиней, и он нам даст много золота. Так что я не знаю, наверное, я все-таки оставлю этого гнома, пригодится. В общем, притащим его к себе потом домой. Ну не знаю, в общем, пока что я оставлю, так как слота у нас хватает, а если не будет хватать, то возможно даже выброшу. Так. Вот, мы прошли круг, и здесь у нас конец. Так, мы были вот там, я не знаю. Так, здесь у нас как бы, возможно, здесь может быть... А, вы мою мышку не видите, точно. Так что я думаю, куда бы нам пойти. Давайте пойдем все-таки. Все-таки наверх куда-нибудь. Не знаю, почему меня... туда тянет, наверное, там сейчас будут какие-то неприятности. Я люблю попадать в неприятности. Так, а вот и птица. О, если мы стырим яйцо, я не знаю. Блин, а я думал сразу стырится. Ну, одолжим ее яйцо, но походу она не хочет нам его одолжить. Все, отставает меня. Хорошо. Так, здесь можно как-то подняться туда наверх. А вот, вот дорожка и наверх. Стоп, я здесь же был. А нет, не был. Хорошо, значит, пойдем сюда. Так, а что я ищу? Ага, точно. Место для жительства. Где мы можем поселиться? О, камни, камни и кирка. Но нам ее некуда положить. Так, свиньи. Привет, тут есть король? У вас здесь есть... Ой, они кого-то здесь бьют. Ой-ой-ой, да вы посмотрите. Я думаю, вот это я сожру, а зубы их соберу. Нифига себе, а чё эти ж... С! Напали на этих свиней. Почему так? Ой, блин, они же на меня напали, ё-моё, я чуть не умер. Это было бы печально, если бы я в первой же серии умер. Так, свиньи, хватит жрать их мясо. Чё-то их там очень много. О, здорово. Так, в общем, вот, получай гномика. О, нифига. Так, а одно золото он решил себе оставить. Ну ладно, как-то оно... выше всего? Ну ладно, ничего. Так. Я не знаю, как я вижу, свиньи неплохо меня защищали от этих монстров. Может мне вообще где-то здесь поселиться? А то я буду еще долго искать место жительства. Поэтому я думаю, я здесь возле них поживу. Думаю, они мне ничего не скажут. Они не будут против. Так. Где-то вот здесь. Строим нашу научную машину. Поставим ее здесь. Отлично, потом... алхимическую нам надо дерево. А чтобы сделать дерево, у нас нету дерева. А зато здесь есть... А где топор? А вот у нас есть топор, можно это... пойти нарубать, здесь у нас недалеко очень много деревьев. Это что такое? Если мне не изменяет память, это вход в пещеры, да? В общем, надо будет сходить, так как я ни разу не был в этих пещерах. Я знаю, что их вели не, там, ну, как, не очень-то и давно, но давно. Но я хотел бы туда сходить, посмотреть, что там. В общем, когда у нас будет... Ой, блин, у меня очень мало жизни. Я не знаю, чем их можно
поднять. Если вам не сложно, подскажите в комментариях к этому видео, как мне поднять свои жизни. А то у меня что-то никогда не получалось, всегда что-то случалось, и я умирал. Так, я не помню, я находил этот алтарь, где я возражусь или нет? Или я что-то путаю? Что такое? Ага, у нас уже ночь. Ночь скоро. Так, окей. Это мы выбросим к эти камни и возьмем вот эти. Так, ну что ж, сделаем алхимическую. Блин, надо еще. Ну окей. Ладно, выбросим вот это, возьмем вот это. Вот так. Сойдет? Блин, что-то не то. Окей. Так, это мы поставим возле этого. Теперь надо костер сделать. А у нас не хватает палочек. Печально. Ой, блин, здесь пауки. Откуда они здесь? Надеюсь, мне хватит топора. Окей, не хватило. Давай, давай. Успеем. Хорошо. Так, отлично. Можем сделать сейчас костер. Так, чё, когда я подхожу к ним, они вырубают свет? Толку. Я все равно не буду к ним идти. Или можно? Так, костерчик мы поставим где-то здесь. Отлично. Нам надо сделать лопату, чтобы добыть там. Хотя я тоже не помню, находил ли я кладбище. А, вот у нас есть, надо будет сходить туда. Я не знаю. О, и здесь у нас. Ну, неплохо. Надо найти запчасти для холодильника. Потому что он важный. Бирдроп, бэкпак. О, я себе сделаю рюкзак и складу туда все нужные мне ресурсы. То есть, например, если мне ресурсы не нужны, я не буду ничего крафтить, то я просто сниму его и одену броню. А если что-то крафтить, просто возьму и надену этот рюкзак. Вот такая у меня простая схема. Так, это мы возьмем, а то у нас еды у нас вообще очень мало. Я не знаю, где я ее буду доставать. Это можно... А, это я уже даже жарил. Так, ну хорошо. Так. Походу нам надо искать еду. Ферму мы не можем делать. Веревочки нужны. Так, веревочка. Ой-ой, а у нас даже нету. Блин, у нас вообще очень мало ресурсов. Я не знаю, что здесь... Ага, камни надо сделать, чтобы сделать котелок. Хорошо, о, на камни нам хватит. Сколько там? Окей, это у нас... Хорошо, это мы поставим вот здесь. Теперь нам осталось насобирать какой-то еды, чтобы можно было варить чего-нибудь. Так, это тоже сюда. Это сюда. С этим я всегда костер. А это что такое? Бокс. Ладно, потом почитаем. Оставим здесь. Лопата. Эй-эй-эй. Вот долбаная свинья. Сожрала мою еду. Ничего, зато они нам предоставили свою защиту. Если у нас... Ой, вот. Еда. Собираем все, что можем. Так, вот это и вот это. Я не знаю, возможно, здесь стоит посадить немножко деревьев. Вот так, все. Теперь я хочу найти еду. А то мы умрем с голоду. О, там что-то есть. Надеюсь, что-то хорошее.
Веревочка. Какой-то. Очень много разного хлама. Или что это такое? Какая-то ловушка. Окей. Это мне добавило что-то ума. Окей. Это рецепт был, наверное, как я думаю. Что? Так, в общем, еда, еда, еда. Блин, здесь пауки, пауки повсюду. А где еда? Мне нужна еда. Срочно. Жизней у меня тоже не так много, чтобы убивать пауков и есть, кушать их. И у них мясо не очень-то. Там я даже если съем, то умру. Не, не надо. А если свинью убить? Я не знаю, я ее, наверное, тоже не убью. Блин, да где же вся еда? Я не переживу этот день без еды. То есть эту ночь. Ну-ну-ну-ну-ну. Хоть один кустик. Два кустика. Где вы все кустики? Блин, пауков здесь немерено. А еды нету. Еда, еда. Нам нужна еда. О, еда. Давай. Еда. Надо не забыть, что мы поставили это здесь. В общем, блин, я не хочу умирать, я хочу что-то найти покушать. Что мы можем скушать? У нас один гриб, а это нам не нужно. Будем кушать камни, потому что у нас их очень много. Так, птичка, ты еду не оставила, вот, вот подба. Не оставила нам еды. А ты? Тоже нет. Ну ладно. Блин, я здесь всюду был, и здесь нету еды. Так, здесь посмотрели. Вот это плохо. Я даже не знаю, куда мне идти. Наверное, в центр сюда. О, шикарно, хоть один куст. Один куст. Надо больше таких. Больше, где они? Еда, 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 где это? Блин, здесь ничего нету. Возможно, возле дороги не надо искать, там и не будет. Пойду-ка я сюда. Блин. Так, у нас здесь есть пчелки, но я не знаю. Их убивать тоже незачем, так как у них тоже нету еды. То есть с них не падает еда. Так, я знаю, куда я пойду. У нас уже этот день подходит к концу, а мы почти не нашли покушать ничего. О, отлично. Так, лягушка. Блин, 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 да это же... Ой-ой-ой, 17 жизней. Это очень плохо. Жизни у нас заканчиваются. Так, нам бы надо кого-то такого, чтоб не мог нам дать сдачи, а мы могли бы его скушать. Я б не отказался. Ну, сейчас, в принципе, с едой нормально, просто... Вот. Оооо, вау! Ой, блин, это, наверное, злая свинья, если возле нее столько кустов. О, нет. Ха-ха. Блин. Вот надо ее убить, и посмотрите, сколько здесь кустов. Ой-ой-ой. Блин. Если она нас ударит, я боюсь, что я умру. Я не знаю. Я приду туда, когда у меня будет больше жизни. И мы разберемся. О, броня. Так, мне некуда ее положить. Так, я не знаю. Ловушка.
Ловушка нам не очень нужна, эти доски хорошие, их сложно делать. Это сожрем. В общем так, делаем костерчик. Так, ой, надо было возле этой свиньи, возможно, она бы пошла куда-то спать и собрать ее урожай. Так, пока еще не наступила ночь. О боже. Блин, сожрал, не пожарил. Ну ладно. Так, морковь. Что тут у нас еще? О, здесь хорошо, у нас еда с едой. Буду сюда всегда ходить, собирать. Так, ладно. Возвращаемся, а то сейчас... еще случайно погибнем в темноте. Это тоже не очень красивая смерть. Да вообще никакая. Смерть некрасивая. Лучше жить. Так. В общем, варим это все, да? Если я бы был у себя дома, я бы смог что-то лучше сделать. Но до дома мы сейчас точно не добежим. И очень печально, что нам будет приходиться аж сюда бежать, чтоб... Ой-ой-ой, костер. Костер что-то маленький. Вот так. Хорошо. А вот сейчас можем и покушать. Вот, отлично. Я сделаю здесь, наверное, второй лагерь. Пусть будет, если чё. Так, эту штуку мы в основном поставим в лагере, да. Хорошо, что мы еще можем делать? Копье. Копье у нас пока есть, броня тоже у нас есть. Я думаю, эту серию можно на этом и завершить. Если вам понравился ролик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Пират, всем пока и удачи!